перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здорово, парни. Пойдет, братан, пойдет. Пойдет. Клип пойдет. Кизар вообще в поле крутится, вон, блядь, один ее. Я охуенно смотрится, что-то. Иван Восток в 13. Прощай, последний раз, Хербриган. Question, do you have a favorite meme? Охуеть жесткий question, бро. Так, сколько там погода? Плюс один, епт. Нормально. Так, парни, сегодня проходит два конкурса. Один в группе ВКонтакте. Вот здесь, епт. Надо репостнуть. И закрепить. Можете вот отсюда зайти. Вот условия. Сегодня в 00:00 будет розыгрыш. Два худи, два свитшота. Также в Инстаграме у меня в профиле под последним постом проходит аналогичный конкурс на свитшоты. Можете тоже поучаствовать. Клип выстрелил или нет, не понимаю. Да и куда он выстрелил, братан? Я хуй выстрелил. Просто клип и все. Куда ему? Чем ему стрелять, блядь? Ну, 18 тысяч просмотров, блядь. Ну, где он выстрелил-то, нахуй? Чтобы выстрелить, братишка, надо постараться, блядь, пару лет поработать. Ну, конечно, большинство комментаторов здесь гондоны, которые любят ТВЖ и пишут всякую залупу. С аватарками, ёпта, вот особого, нахуй. Вот этого. Я удивляюсь этому хуйта еще та, за Коспут, Suicide Boys и Чаджи какой-то на фите. Вот это вот гандела с аватаркой, блядь, особого. Почему-то, вряд ли, точнее, такой комментарий написал под клип «Словно стих», где Мармеладов и Особов и я несут хуйню. В принципе, в такой же стилистике, в смысле, по видео, то есть, автоматы и так далее. Закос под Suicide Boys. Пошел ты нахуй, гопник. Короче, дауны пишут всякую хуйню. Не дауны не пишут вообще ничего, просто смотрит молча. ПМСК розыгрыш, да, ребят. Словно стих. Планы сейчас на работу выходить через полчаса. Лучше, чем хук, конечно, братан. Ладно, парни, розыгрыш сегодня в 12 в группе и в Инстаграме. Участвуйте. На связи. Здорово, ребят.
Че, победителя, короче, выложил и в группе, и в Инстаграме. Братан, я старый боец UFC. Крипогонь, спасибо, бро. Типа, ты на ноунейм, а просмотров нет. Чё думаешь? Думаю, что это интересно немного другим людям, нежели тем, которые на меня подписаны. Вот и все. Надо их привлечь. Надо снимать еще. Снимать, писать, чтобы публику добавить. Подходящую. Под то, что будет в дальнейшем. Ну вот и все. На эти гомики пишут, блядь, то, что. Ботан, раньше было лучше. Но, братан, я тебе скажу, раньше лучше не было. Пикс. Ну, потому что там, блядь, читка уебанская. Маска вот эта ваша любимая. Поэтому и залетел. Да, конечно, не нужно, братан. Нахуй вообще за что-то цепляться. Но я вам скажу, блядь, парни, я не расстраиваюсь, потому что в группе, нахуй, уже 14 тысяч, блядь, а у нас всего 3 трека в сети, блядь, как бы. Математика, ёпта. Плюсуйте дальше, нахуй. Поддерживаю, братан. И не спасет крест святой. А в ТВЖ сколько подписчиков? Там, по-моему, братан, 39 тысяч, но группе 10 лет. И за 10 лет можно было собрать как минимум сотку, нахуй. Но учитывая то, что группа мертвая, и там, наверное, 1015 тоже мертвых. 10 точно. И лайков посмотри, сколько в 616 комментариев лайков и сколько в ТВЖ. 800 лайков, нахуй. По 3, по 1500, по 2000 просмотров. А тут просмотров, блядь, в 616 клип. 75 тысяч увидели пост. 76. 178к на Марк Рентоне, блядь. Цифры, браток. Не важно, сколько подписчиков. Важны вот эти цифры. С 14 января. 4600 лайков. 4600 лайков, нахуй. Вот, блядь. Вот, есть сила. А ТВЖ, это, блядь, это не рэп, братан. Это просто мысли под музыку. Под хуёвую. Пашку, охуительно, братан. Не ТВЖ, кому бы ты нужен? Вопрос поставим по-другому. Если б не я, кому нужно было бы ТВЖ? Вот это вот более правильный, наверное, ответ, братан. И пиздешь там про Ветла, Удалых и так далее. Никому не нужен, нахуй. В виде Раскольников. Точнее, сейчас уже это не посмотреть никак. Ну, короче, братишка, поверь. Если б не я, нахуй. Ветл бы своими пиписьками и кастрюлями под простыню. Сам бы не был никому нужен. И вообще, давайте закроем, парни, тему ТВЖ. Это неактуальное говно. И нахуй вообще не нужно. Не знаю, братан, мне похую на тяжелую атлетику, если честно. Вообще абсолютно.
Ты, братишь, сколько бит нажил? Ну да, вот эту вот шелупонь надо убрать. Бенджи, ёпта, ну что ты? Салон, ёпта, из кожи гнёнка. Они продают даже днём. Жёсткое дерьмо. Жёсткое дерьмо. 21к. Просмотрим. Слабовато, нахуй. Надо посмотреть аналитику. Пидарасы даже клип до конца не досматривают. Средний показатель. 1,5 минуты смотрит и выключает. Пидоры ебаные. Время просмотра. 16 дней, 23 часа. Мало, сука. В основном смотрит. Внешние источники 55. Поиск на YouTube 25%. Разделы YouTube, в которых можно смотреть видео 11%. Страница просмотра YouTube 73%. Внешние веб-сайты, приложения 27%. Мужчина 97, женщины 2,6. Ну, ёпта, женщины, нахуй. Не любит Марк Рентон. Не, братан, зрение хуёвое. Не, братан, хуйта это ты, мне кажется. Обычный клип. Почему хуйта? Хуйта, братан, это пидорка Влада Мармеладова особого. Хуйта это лимфоузлы. Хуйта это, блядь, словно стих. Дальше продолжать список хуйты, я думаю, бессмысленно. Ты, мудак тупорылый, наверное, даже не слышишь, что здесь треки, блядь. У меня флоу меняется, блядь, 5 раз только, нахуй. Нет, не 5 раз, 4 раза, нахуй. У Гоши. В общем, в общей сложности за трек флоу меняется 6 раз. А ты говоришь, хуйта. Мудак, который слушает просто материал группы «Трагедия всей жизни» за 10 лет, где флоу вообще нету. Там просто слова идут вот так вот, мимо бита. И ты мне говоришь, что это хуйта. Братан, ну ты, походу, класс коррекции даже не окончил. Ёпта. Или у тебя со слухом проблемы. Ну или не знаю с чем. Просто долбоёб, мне кажется. Ну, гопник, ёпта, откуда-то нахуй. Шифера Двинска там, не знаю, с какой-то еще пизды. Короче, издалече, братишка ты. Я, наверное, шапка 228 еще, наверное, вон, на твоей голове, нахуй. Холодное время года. Да я, братан, не слушаю вообще. Я просто поражаюсь дебилом, блядь, который не сюда лупом. Ну, конечно, не сравнить, братан. Поэтому нехуй сравнивать. Просто ебальник лучше закрыть, мне кажется. Не позориться вот в комментариях на Ютубе там и так далее. Кизару сказал, что ты ответишь за слова. Братан, я уважаю Кизару. За какие слова мне отвечать? Да, видел. Молодец, блядь. Трек с ним записал, нахуй. Это круто. За добрые слова. Походу, братан. Когда это Кизару сказал, что-то я пропустил, братан. Кизару, красавчик. Любит свою женщину. Делает охуенный рэп. Записывается со Смок Перпом. К этому должен стремиться каждый русский рэпер, парни. Вот так вот, нахуй. Уважайте Кизару, уважайте 616. Братан, я нигде не числюсь, я числюсь только в 616. Пушка, бро. Ладно, парни.
Давай, иди сюда. Скоро поеду в Барселону к Кизару. Надо сделать с ним фотографию. Легендарный человек. С нами темные боги. Братан, как думаешь? Как мне выйти на Кизару? Я поеду в Барселону. Хочу увидеть Кизару. Как мне увидеть легенду? Братан, на автобусе я как-то ехал, там я граффити написал, короче, что он лох. Меня потом отловили, типа, я на коленях с ним поздоровался. Нормальный тип оказался. Конечно, нормальный, поэт. Конечно, нормальный, поэт. Найти. Ну, граффити плохое точность. Ну, граффити плохое точность. Да я просто плохо испанский знаю. Я вообще хорошее хотел написать. Да. Я с Украины просто. Я говорю, слышишь себя. А, ну тогда нахуй, я наушники где-то проебал. Думаешь? Ну, хорошего дня, чувак. Ну, давай, с нами темные бои. Давай, братан. Давай, братан. Все, парень, давайте, я пошел.